наоборот лучше левее принимать, чтобы в слепую зону уйти для зданий. Да, да, можно левее принимать. Все, на сближение идем. О, а там не попал, ага, вижу, в этих. Там двое вот. Так мы это, парикмахерскую ищем, чтобы побриться. Пафосно атакуем. Они там что-то воюют, стреляют там с опущенным оружием в развалочку. Там противник.
Видите, где это деревья? Вот за ними здание, вот там стреляли туда. Дальше через дымы идем, идем. Отделение на север, через рощу, через дымы. Там на крыше был, на зря ты сюда лег. Ну, ставлю тут зарезку. Потемните сюда, я ставлю думаю, что можно было дать. Розовые бегут. Где? В центре от этой зеленого пункта, да, розовый. Да. Маур? Да. А ты чем подобрал пулемет, так же не шел, не зажимает? Ну и там стреляли. А то иду зажимаю такой. Ну ладно, надеется, что его не видят. Крыша, один розовый пытается вылечить другого розового. Кажется, у него это не получается. О, третий розовый прибежал. С крыши надо скинуть просто все. Цвет формы, конечно, охренеть просто. О, тигр.
Мне что он Влада не видит со второго этажа. Влад в траве ползет, его не видно. Сейчас кого-то завалит. Шуршишь же трава. Он еще в алтыне. Почти. Ну да. Его ранили. Ну, я имею в виду, Влад гранаты этого ранил. Все, он его убил. Ну или на глаз пострелял. Ну, на звук смотрит. Тут раненый на крыше скончался. Дымов там накидали. Меня аж FPS просел. Вот Влада убили. Чувак, короче, перед тобой был в паре метрах в зеленке. Ты его гранатой сначала ранил. Он подлечился, начал убегать, и ты его добил. Ну, то есть он до сих пор там без сознания валяется. Ну, это я вижу. А кто меня убил, я не помню. Вот, кто тебя убил, я, к сожалению, пропустил, я отвлекся в этот момент. С дома, с гаражкой. Потому что со второго этажа, где он стоит, там хорошо видно уже вот эти деревья, где ты все это лежишь. Мне это интересно, там, короче, чувак стоит прямо в дыму. На втором этаже, на крыше. Ему там все прекрасно видно, типа? Нет, дым не такой плотный, он этот ветром раздается, и он видно через край. Ну, пережил он. Там сейчас одному в бинокль смотрел, так мило прилетело. А где у нас вообще точка, которая надо ехать? Рынок. Где тигр нажать и посмотрю. Это я просто вперед полз куда-то без понятия. Короче, там, где тигр стоит, по видео. Это ж кого-то убил. Как раз сейчас напорец, там столько чуваков на крыше. О, все, второй пополз через это поле. Через второй я полз. Сейчас бы обойтись с Сержем, и их видно тут будет, они отличены.
Че, не увидел, что ли? А, не видно своего, да. Фокус. А фига тут, блин, мало всех осталось. Тут вообще всех половину всех перебили. А, больше на сегодня все уже, да? Да. Понятненько. Я за красом пошел, меня убили, он дальше идет. Да. Там Сержка за все видел того человека. На крыше. Ах, неудачно кинул. Ну а чё тут нельзя было кинуть? Почему надо именно сюда вот забегать? С каких пор смертники это пулеметчик? Да господи! А, ладно, Серж молодец, господи, прикрыл. Красиво упал. А вы все умерли? Да. Интересный вопрос, 200-м. Пальцем кажется. Бипчик прикольно упал. Ну ты тоже тут. Ну почему-то Сережа. Ты тоже. Кстати, вот на второй крыше там кто-то был. Если бы он там себе еще оставался, его бы убило. Куда-то в никуда улетело. Куда-то в кусок. Интересно, где она сейчас приземлится. Сержа убили. А кто свой, что ли, расстрелял? Нет? Не знаю. Нет, с крыши нас со второго этажа. Вот я смотрю, которого ранили. Фок. Зашел в гости. Ну вот, крас убили. Как так крас?